Так, если что, папка полностью перезакачивал, да, потому что проблемы были с папком. А я разгон с оперативы чуть-чуть убрал. Было 6600 частота, стало 6400. Обалдеть. Обалдеть, блин. Ты теперь у тебя слабый компьютер. Что делать будешь? Хз, что делать, вообще не знаю даже. Слушай, ну я тебе могу посоветовать. Можешь нахуй офнуть просто, если нормальная тема. Я краш. Понял. Походу дела в игре в этой ебаной. Я убил этого чела. Вот тут за меншином чел налево убегал. Сейчас к тебе выйдет. Меня стреляют. Дал ему одну. Я ему геймплей продемонстрировал. Хорош. Меня крашнуло. Понял, плюс понял. Перекачать пупк МБ поможет. Чел, завали ебало нахуй. Хорошо? Без негатива. Да нет, ты что, это Only очень positive правильный вопрос. vibes, блять. Я сегодня свою статистику посмотрел, я вот стримлю сколько лет? 4 года где-то. У меня 11 тысяч часов настримлено, мне челы говорят, ну поставь задержку против стрим-снайперов. У тебя сколько, 1040, наверное, настримлено, ты же гораздо дольше меня стримишь. Какой знает. Лет 10 уже, 11. Короче, один вылет, я да, тут пойду. Я еще не хочу. Сука. Но я не хочу заниматься хуйней этой с перезаходами постоянными. Я в игру играть хочу. А ты че тихий заебал? Просто тихо разговариваю, че. А, мне тебя прибавить надо будет. А, я тебя убавлял, потому что ты громче был из другой локации. А, ну да, да. На будке там эхо сильное, тут звук не отражается, фибролит поглощает. В туалете вак не был? Ну А, почти пока был? что. Вылетел? Да. Просто чел с ведром на башке, блять. Отлично проводил время, так сказать. Че, кое-что протестим. Сука, задрал, блять, нос. Хули ебало задрал. Хорошая пасхалка с метро. Перехуярил какой-то челобаса, блядь. Ебать, он кончился, я на него только посмотреть успел. Чел дорогу перебегает, 300. Че, перебежал дорогу? Где вообще? 300. Понял. Один ног, меня не регнуло с кайфом. За будкой, да? За будкой, да. Нокнул. Бил. Хорош. Как? Выживешь? Я живу. Блять, заебал, везде молик блять. Кинул. Я нокнулся, я МТ выкинул. На мосту нокнул чела, кстати. Окей. У нас сосед здесь. Да. Ёбаный. Может, подошел под нас? Не вижу его. Оружием сейчас. Его нокнули одного. Говори мне, что наш на дому делает, чел. Ничего, он на втором этаже в туалете сидит, я его запушу сейчас. Он сидит, крикет. Ебло. Я так и думал, блядь. Чел с моста один выжил, скорее всего. Не, да оба сдохли вроде. Па типа. Второму одну дал или две. Он за вышкой. Поджигаю. Он горит, не может целиться. Умер. Бля, крутая зона, вот почаще бы такие необычные зоны. За камнем слева, да, прикольно. Их там двое. Двое. Друг пришел за камень резать, за камень резать, друг пришел. Убили его. Убили, да. Все, мы 2 в 2, оба на горе. Я фул право играть пошел. Давай, они на меня байтятся оба. Я на вершине нокнул, друг. Как бы. Да, там да, же. Тут сложно забраться просто. А не фулл флэш. Пупгус. Реально пупгус. Прикинь, могут все три шлеме. Ну, представь. Ну, нормально, вполне легко представляется. Да, очень легко, это пупгус. Меня стреляют сзади. Немножко больно. Улица один.
Второй ранил на улице. Мне еще в спину стреляют с перемки. Перемычка не знает про меня. Как-то походу в перемычку стреляют, я ползу в этот. Ползи, ползи, их нокнули одного. У тебя есть аптека? Не, вообще нет медицины никакой. Ух, сейчас да. Бинтоваться будем вдвоем. А давай. Бегут, бегут. Нок. За где второй? У тебя остался бинт? Не, нихуя нет. А второй, походу, не здесь. А хуй пойми где. Да мне, блядь. На улице. Что, блядь? Это другие. Нет, он резнуть успел. Он все это время был, блядь, у нас под домом и резал, нахуй. А мы ноль звуков слышим из-за дождя. Нормас? Жестко. Ну, я справился. С неожиданной проблемой, так сказать. Там есть аптека одна. Ты, кстати, последний человек, которому нужны бусты. А я чё, я люблю газировочку. Это не газировочка, чел пишет, многоточие. Ты не газировочка, блядь. То есть энергетик не газированный, по-твоему, да? Ну, энергетик это и вправду не газировочка, но все же... Ну, газированный похожая, да, газированный напиток, все правильно. Ну, газировка равно газированный напиток. Ладно. Мне кажется. Ладно. Ну, хотя okay. Газированную воду ты же не называешь газировкой. Alright. Есть энергетический чай в банках, видел. Хуя. Да, я знаю такой. Еще дает какие статы? Нихуя. Не понял. Нихуя не дает. Зачем он нужен? Плацебо? Ну, в Таркове он хилит вроде. Или что он там дает? Там есть какой-то чай холодный. Энергетический энергетик. Родион едет. Обалдеть. Налево перебежи сейчас, налево будет. Ага, вижу. Бел. Хорош, он один все-таки, я про двоих спиздел. Да, нужно всегда рассчитывать, что чела вдвое, блять. Все правильно. Ебани мне два бинтика, пожужда. А у меня нет бинтиков, я тебе аптеку ебану сразу. Не-не, на бинты не трать. Ну ты чё, блин? Ну ты и попс, конечно. У него что, нет бинтов? А я не юзаю бинты вообще. Нахуя? Ну оставь 5 хотя бы. Ладно. 5 бинтов равно 1 аптека. Ну оставим. По этому. Как это называется? По весу. Че? Че, спокойно себя ведите. Че началось? Над собой нокнул, отскоком дал еще одну. Этот забегал, как вот на грех. Он внутри, вот, в однушке, блядь. Там пикает. Справа вышел, слева, наверное, будет. Дал внутри. Хорош, даю хай. В доме, он прыгает. Флэш. Убил. А, да? Сынок, блядь. Сынок ебученький, блядь. Хорошо играешь, помоешь-ка, блядь. С ДБСом, блядь. С ДБСом, помойник. Он сидел, как крысил, блядь, думал, я его не услышу. ДБС и М417. А что это такое? МК-12? Ну, это как МК-12, да. Понял. Ты любишь постоянно, блядь, завуалированно называть как-то. Так это чисто М-ка просто удлиненная еще. Та же самая, блядь. А, типа 416 длинная просто? 417 длинная. По мне. Блядь, я никого не вижу. Он неуязвимый. Так вот его видно прям. Я другой нокнул, твой же. Этот коцанный, он не хилился. Хорош. Хорошая инфа. Скинул ЕМТ. От Авика такой фаербол, блять, когда нету наконечника никакого. Прямо очень большая вспышка. Угу, поэтому мы его и увидели. Сейчас задерем! А, это, блять, ботяра, нахуй. Сука, сидит Дайносорус, блять. Это, блять, ботяра, нахуй. Живая игра, блять. Боты бегают. Онлайн 400 тысяч, блять, держу в курсе. Какие боты вообще, блять?
Ну вот какие боты? Нахуя? Такие. Пас онлайн полляма в выходные, блять. Сделайте как в Fortnite систему. Пусть новичкам кидают ботов, и типа они чуть-чуть подучатся и будут с людьми играть. Вот в Fortnite ты первую игру играешь, у тебя новички. В лобби ботов. А что если игра думает, что мы новички все еще и кидает нам? Да, новички ботиков. У одного 8 качеств, а у второго сколько? 5? Я, ну, 4500. Ну, 5. Дави вертикальную. Нокнул одно. Слева пушит. Право. Добей, добей, сынок. Он побежал налево, потом побежал направо, бля, хуйню какой-то занимается клоун. И убегает нахуй теперь. Да? Ну чё за хуйня-то, блядь? Обалдеть. Обалдеть, блядь. Что будет за неуплату ногу на чел? Челить не будешь? Евгений, прошу ответить на мой вопрос. Не буду. Ай, блин, ответил уже. Супер крыша. Балаха какого-то. Диалог слева еще поджимается. Нет, Женя, нахуй я на ходу стреляю, какой крич. О, не, я на очке. А, не, не на очке, все, я пошел. У меня за домом, жду тебя. Нокнул спину, били с аптекой. Наебло ему или чё? Мы летим. Вот тут ещё чё у забора. Со снайперкой. Хорошая снайперка. Хорошая снайперка, кстати. Я пользовался такой когда-то. Я помню. Чисто летит, блядь. Ну, блядь, снайперка же всё чё. Ну, я нафидел. Там чел сидит с соседним. Блядь, уёбища. Просто сидят, блядь, в домах. А, это еще одно дуло, блядь. Да. Два в этом доме, два в соседнем, блядь. Обалдеть. Помечника убил. Блять, слева. Сука, я в говне. Дай пробегу. Дай пробегу, блять, дай пробегу. А, мне попали в голову, блять, метательной хуйней. Чел бежит. И убили. У тебя гитара убил, если что. Обалдеть. Выпарил. Он к вам, запуш. Выживи, арена есть. Да, меня еще стреляют. Они очень далеко. Че, ты выжил? Да. Ты тебя забываешь, что тебя тащить можно нахуй в этой игре. Ебаный. О, я жив, блядь. Я спас тебя. Ты так сказал расстроенно, что типа, блядь, я кретин там, что-то такое. Это, блядь, я нормально, я в сейве от них, кстати, если лежа или сидя. Убил его. Очень плохо сыграл. Тыкнуть тебя, блядь. Я поиграю пока один. Хорош. Кто-то звать? Наверх просто прицелься, кружок появится и жми. Блять, ты деда срать нахуй не учи, блять. Что, ты чё спросил, не это разве? Я говорю, здесь вызываем. А, я думал, как вызывать. Гайд нахуй дал. МГ бери. Я воюю. Бил обоих. Ебешь.
Ебануться. Перегруз какой. Ау, ей, блядь. Т3 вест еще. Он. Чел, вопанил. Наксом. Друга убил. Все, убивай всех просто, блядь. Убиваю, нахуй. Я в этой игре никого вообще не убиваю. Зая, убивай нахуй! Сука. Тут визы, да, блядь. Рофл скинул, блядь. Старенький. Хорошо вспомнили, блядь. У меня чё сзади? Не один. Я, блядь, ебашит убил, черт какой-то, я в сейве от него. Я убил. Я умираю, ты чё там? Бегу, бегу, бежишь? бегу, блядь. Долго, ну так ты пиздец, блядь, умираешь, нахуй. Я убивал того чела, у меня тут был запор, я не мог перелезть, потому что там понял, челы. Понял. Стреляют с авика, блядь, с хуявика, блядь. Не, просто я на мини-карту с того, блядь, с его, блядь, с этого, блядь, с того, блядь. Я вообще в ахуе. Хуй ты вытек, блядь, за 3 микро-наносекунды, блядь. Так меня со всех сторон хуярят постоянно, мне, блядь. Мне похуй, я Могуса на фул включил, мне вообще. Ну иди нахуй. Обалдеть. Пойдем, ХЛГшка огромная, блядь. Ну какая зона, блядь? Ну ты чё нахуй? Не нужно. Не, не нужно, не нужно. Не нужно, братик, не нужно. Обалдеть. 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 Вторую вообще не слышно было, к сожалению. Так, еще там. Ебать, язычок. А, нет, вдвоем. Он, блядь, не сольник. У него еще друг где-то есть. Да, ты против троих был вроде. Вот это да. Обалдеть. Ого-го-го-го-го-го. Обалдеть. Аболтус. Сука. Наверное, Аболтус. Это протяги у нас. А ты Аболтус. Я Абигус, нахуй, мы вроде договаривались. Я Мама. Или просто Ма. Друзья зовут меня. Ма. Я думал, Мама. Да, я думал, друзья зовут меня Биф, блядь. Хорош. Контроль тогда. Контроль, да это куда ты? Контроль просто. Я дробаш, ептать. Идет. Обалдеть. Че ты геймер? Поигрываем? Шо, кто геймер? Ты геймер, блядь. Ты че обзываешь? Ты геймер. Это обзывательство? Конечно. Хорошо играешь. Любишь игры. Какая у вас мотивация стримить? В комментариях человек пишет. Я ебать люблю игры. И че, ты не геймер? Ну, блядь, в перспективном, так сказать, сообществе ты точно нет, не скажешь, блядь, что ты геймер. Тебя засмеют, облюют, блядь, обосрут, блядь. Не, ещё похуй. Кто там что подумает? Это вот это вот уважаемое сообщество, это какие-нибудь дальние родственники. И они такие, блядь, ну, понятно, все, в игры играешь. Уже вон какой дуб вымахал. Я, блядь, в твоем возрасте уже начальником цеха был, блядь. Мы с мужиками, блядь, там. Строили, блядь. Строили города, блядь. А ты, блядь. Бля, люблю эту игру. Она такая классная. Сразу слышно, что ты искренне говоришь. Восхищаешься этой видеоигрой. Борю, борю. Второй хилится, давай. Res me. Что? Интересно. Бля, сейчас очень близко к ливу было, чел. Как есть никогда аптека? Очень близко было. Нет. Бегал нет. В текстуры? А пиздец, мне опять бинтоваться? Пошел ты нахуй, я виноград пошел кушать. Давай, ББ. Обалдеть.
Драгбаем. Блять, ну ты очень умный чел. Лобстер ебаный. Окей. Меня просто кто-то Т-3-каску разъебал в хлам, я хочу новую. Убил. Блять. На первом этаже его друг, который не подавал никаких признаков. Я умираю. Вижу, вижу. ЕМТ скинул. Нормально, я потеку еще чуть-чуть. У тебя много времени. Он справа под домом. ЕМТ скинул. Полку не, блять. Ой, ему очень хуёво. Три пули в нем. Убил. Хорош. Я где-то на травке скинул ЕМТ. Сильно сыграно. Да, я видел. Наксом. Ебать быстро. Батя захочет, не успел перед смертью, прикинь. Обалдеть. Карма. Блядь. Да блядь! Ну что она не подбирается с первого раза, нахуй? Я умер, ну, из-за, блядь, этого. Не та игра, чтобы что-то быстро подбиралось. Пиздец, блядь. С первого раза не перетащилась, я бы уже отошел бы, аптеку хилил. Он под тебя в опене. Максом. Хорош, второй скиликом. Там же, там же. Хорош. Хилсом. Игра свернулась. Меня нокнули. Нахуй она у тебя сворачивается? Что это за дерьмо? Она не просто сворачивается, она оффает все мониторы на секунды две. Потом показывается фрейм, как, блять, Windows Millennium, нахуй, всех икон. А потом все прогружается обратно и открывается обратно игра. ЕМТ скинул. До тебя открыт. Хорош. Выбивай его. Его выбили. Другие чела. Он ног будет поднимать. Не, ему похуй вообще. ЕМТ, давай. Скинул. Тут пизда лута, я не могу, блядь, мне проскроллить надо, знаешь как? Ну и где твой драйв-бай хваленый вот этот? Драйв-байнул? Где вот он вот этот твой драйв... Да, драй-бай, бай-драй. Не, что-то я наиграл, слушай, папка, блядь, какая трясня, я нахуй, в пизду. Давай, пиздай. Давай, ВБ. Хуйня какая-то, короче. Ну чё, давай, рассказывай. Давай, рассказывай, чё там, Fortnite либо BG. Ну, тут применяется теорема Эскобара. Знаешь такое? Не, в PUBG неинтересно играть. Больше по той причине, знаете, что ты играешь в PUBG, ты, блядь, играешь со страхом, блядь, вылетом. Так, ну чё, давайте личичку почекаем. Уфу. Warzone, слушай, ну Warzone более-менее стабильно работал. Там бывали патчи, когда, ну, просто постоянно вылетает. Бывало, я не спорю. Но в большинстве своем, знаешь, окей. И даже если ты вылетел, то реально ты очень быстро регаешь новую катку и уже играешь. Там нет такой хуйни, что ты, блядь, зашел в лобби, подождал таймера. Таймер начался, пошла минута таймера. Потом самолет летит, блядь, еле-еле нахуй. Там у 2042 онлайн лежит ОК. Ну и что-то напиздел. Бля, какие же ебанько челы, это пиздец. Самое забавное, это была надежда, что будет шире бэпки. Ну-ка, бэпчик, сколько играет четвертый?
6800. Логан, что ж, жив как медиа-акула. Медиа-акула, бля, нихуя. Так а он никуда и не денется, просто среди фанатов, так сказать, есть, ну, совсем нахуй умалишенные люди, которые... которым похуй просто и все. Они видят знакомый ебальник и им похуй. Вроде за батлу взялся, челлор, апекс сделал, все реанимировать, сказал, можно. Тут нет смысла реанимировать. Тут проблемы вообще, блять, в ядре игры, нахуй. Тут проще новую делать, блять. Всех нахуй уволить, кто решил вот такую хуйню выпустить. Уволить нахуй всех просто. Нанять новый штат. И вот с ними пытаться что-то делать. Не, когда такой проеб, это как бы забей. Челы сидят. Блять, вы понимаете, челы сидят и несколько месяцев не могут поменять нормальную таблицу лидерборда сделать, понимаете? Ну, это вот та хуйня, которая нажимает штаб и пишет, у кого сколько киллов, у кого сколько смертей. Они же это нормально не могут сделать, блядь, за несколько месяцев. Кого? Что, нахуй уволить всех и все? Что, это больные люди, нахуй? Там их место на помойке, блядь, магнитиком чекать банки алюминиевые, нахуй. Ты что, блядь? Магнит и алюминий — это уже отдельный рофл. Думаю, а ты попробуй магнитом алюминий приалюминить. Насколько у тебя получится. Ламыч, как обстоят дела с сайтом для повторов? Или ты отказался от этой идеи? Уже давно отказался. Здорово, какой ник на Твиче у Винограда? Ты не поверишь. Виноград. Ну-ка, вот я, например, напишу Виноград Твич. Ну да, первая ссылка Паша, блядь. Пишет Алена Соколова из Токио. Привет, Ламборгини, кого как-нибудь она спрашивает про кресло, Киев не понял, блядь. Это что, меня забулили нахуй? Какие фирмы или даже конкретные модели посоветуешь? Держи максимально PPC, бюджет 20к, но в целом он не важен. Chairman или Брабиц. Пишет Джордж. Ламыч, доброе утро, помоги, пожалуйста, же все перепробовал, не могу найти решение. В играх появилось микрофриз на одну секунду, рандомно, ничего не зависит. Топ картинка замирает, чистил хард, перекрывал игры. Но начнем с того, что PUBG не игра. Да? То есть начнем с базовых знаний, так сказать. А так, конечно, хуй знает. Добрый день, утро, вечер. Хочу поинтересоваться, можно ли будет купить модера или випа за баллы, а то девать некуда. Так, и Муви скидывает, что у него на балансе 8,5 миллиона поинтов. Ну, пофармил немножечко, получается. Блять, куда баллы девать? Сейчас каждый последний день месяца проводится аук игр, где можно голосовать поинтами. Один голос равно 10к поинтов. Было решено так сделать, потому что там нельзя балком, короче, выставить, проголосовать. Поэтому вместо 1к 10к будет. Там, кстати, Google Диск решил мне, блять, обнулить все нахуй. У меня слетела подписка платная на 10 терабайт Google Диска, блять. Надо будет заняться этим вопросом. Хорошо, что есть много знакомых казахстанцев, блять. Здравствуй, Евгений, знаю, у тебя мало свободного времени, поэтому сразу вопрос, подскажи, что самое главное для начинающего стримера, если можно, несколько советов. Офать нахуй и больше не подрубать. Ауф. Привет, Ланч, играл в Don't Starve? Нет, так, может на разбан. Чел 2 года назад, ну 1.5 года назад, кидал ссылку на какого-то хуя. Так, заходим, смотрим. 22 фолловера. Ебать, нихуя, стримак жесткий. Бля, вот это я понимаю, вот это я понимаю. Человек начинает карьеру, блядь, смотри. Чел, какой-то чел кидает ссылку на какого-то другого чела. У этого чела, блядь, описание... Донаты туда нахуй. Все. Все, блять, все. Маленькие две ссылочки. ВК, дис, блять. Обалдеть, блять. Сделал гид, он про тебя высказался. Так. Ламыч чили играет, а он перед сном пора уще с кем побегать, чтобы сон нагнать. Так. Дружище, так как Ламыч играет на чили, я так даже супер запотев не смогу сыграть, понимаешь? Во что? На чили, значит, что он просто не потеет, но от этого скилл его не уменьшается, понимаешь? Так, у меня большой скилл, пиздец. Огромный. Так, еще. А про что речь-то вообще? Про PUBG? Блять.
Я вообще в PUBG не умею играть. Да и, блядь, уже не хочется как-то. Ну, говорю, бля, PUBG это вообще дресня, блядь, полная нахуй. Разрабы долбоёбы, нихуя не делающие уже, блядь, 5 лет, блядь. За 5 лет единственное, что они норм сделали, это ЕМТ-шку. Всё, это всё, что они сделали. Вот они, короче, добавили, короче, аптечку, которую ты носишь в слоте оружие. И с этой аптечкой ты за 3 секунды резаешь мейта, супер быстро хилишься, и все тебя хилит на фул. Даже бинтами можешь на фул отхилиться. Остальное, блядь, такая вот хуйня. Вот я на полном серьезе не понимаю. Вот у этих ебанатов в голове хоть чуть-чуть щелкает, что вот нахуй не надо миллиард карт. Вот. Ну ничего не щелкает, блядь. Вот даже вот, ну вот, ну вот. Ничего. Похуй. Блять, пулемет, да какой нахуй пулемет? Это пушки, это похуй вообще, блять. Там все равно все с этой, блять, М416 бегают и все нахуй. Че там, блять? Блять. Ладно. Прошу помиловать, здесь грешок по пьяни сморозил с чат, а теперь не пьющий. Нихуя, не высираю в чат. Конечно, не высираю, это же забанен. Ник на Твиче, при любом твоем решении, ага, всех бласинку. Забанен, 1,5 года назад тоже. Здорово, жир, как дела? И Таня его захуярила пермачом сразу. Кратил до суток. Заебашила сразу. Жека, вытрезвитель. Да, это я. Привет, Евгений. Сейчас выбираю себе муник. Присмотрелся к тому, что у тебя. Советуешь ли его к покупке? Мех 3. Не устают ли глаза от 6-8 часовых сессий? Как стоит передача? Обзор. Мнение человека, который играет даже больше, чем я, владеет муником не недельку ради обзора, а больше срока важно. Ау, Ламыч, ответь, пожалуйста, очень важно твое мнение. Бля, без меня ничего не решится. Все заебись. Глаза в кайфе. Так, стример начинающий написал. Нормальный СПС, бля, чел, ну ты тип. Я тебе говорю, это самая полезная инфа, которую тебе кто-либо даст. За экономию твоего времени жду донат. Минимум 10к. Сука, что-то... Ладно. Нихуя тут на спам, блять. Это, походу, был челлендж «Засвети ебальник стримаку». Да не, в основном у него тут нормально все. Не, я и хустовары в чате вижу частенько. Это нормально взаимо. Привет, Ламыч, какой твой любимый билд в поя после циклона? А никакой. Есть только циклон. Только циклоп. Добрый вечер, Евгений. Прошу помиловать на Твиче в чате. Обычно работяга с завода. По глупости написал первое сообщение в чате. Сразу словил бан. Обалдеть. Чел забанен 1,5 года назад. За сообщение жирный срет. Блять, а вот если я похудею, что вы делать будете? Что вы делать будете? А? Чё будете делать? Дрыщи высрался, блять. Ладно, он давно отсидел тоже, да, суток сокращу. Ку, разбанишь? Блять, еще один. Да идите нахуй, все, я, блять, игнорю. Идите в пизду. Вам не нужен нахуй разбан? Вообще вам нахуй не нужен разбан? Вы даже не собираетесь, блять, ничего писать, когда я не чекаю личку. Я чекаю личку, вы сразу же нахуяриваете. Разбан, иди нахуй, понял, чел, блять. Гайд тебе даю, блять, чтобы не забаниваться. Хуйню не пиши, блять, просто. И все, тебя никто не забанит, блять. Пиздус, блять. Хватит, блять. Ламыч, привет, где ты купил клинок Джиггернаута, где ты, в принципе, покупаешь скины на доту, которых нет на ТП в стиме? Ничего не покупаю. Я не долбоёб, чтобы шмотки покупать. Тем более в доте, блять, смулик, блять. Вовчанский, спасибо за соточку. Привет, получил бан.
Все, я дальше не читаю. Мне похуй абсолютно. Просто, чуваки, это хуйня полная, понимаете? Вот вы сидите на стриме, у вас все заебись, да? И вот когда я начинаю читать личку, вы такие сразу, блять, разбань. А в чем была проблема написать раньше? В чем была проблема? Почему ты вот резко сейчас созрел? Че это за хуйня? Нет, блять, пиши, сиди, жди, блять. Напишешь вне стрима, я в следующий раз чекну и, возможно, тебя разбаню, блять. Ну это хуйня полная вообще. Привет, чекнешь видос. Так, чат, говорите сразу. Пометка TikTok. Чекаем. Так. Ага. Так. Ага. Так, так. Вов. Ебать, это выглядит так, как будто насрали в тарелку. Хуета. Переделывай. На корм псинам пойдет. Жень, привет. Где купить кота, который за тебя на диване лежит? Не знаю. Таня покупала. Здорово, Женя. Видос смешной. Дебила, баба джи. Баба джи. Баба джи, ила икс, букис, сирис, икс. Баба джи. Баба джи, ила PlayStation 5. PlayStation 5. PlayStation 5, ила Logitech. Ладно, это неплохая. Logitech или HyperXXXXX. Это, блядь. HyperXXXX. HyperXXXXX. Или блядь. Это уже жестко, блядь. Это уже жестко, блядь. Эй, баба джи, блядь, сука. Ладно. Ставлю лайк, блядь, как говорится. Намана. Вовчанский, спасибо еще за сотку. Так я написал уже в группе давно. Ну, сейчас дойдем до тебя, разбаню тебя. Чего ты переживаешь? Задал тупой вопрос, выгнали тебя из дома, получил перматч. Лол, что такое злой, будь добрее. Я максимум фулл омега экстрим добрый стример на всем твиче, блять. Все эти, блять, псевдо-стримерки идут нахуй. Я вообще мя добрый, блять. У любого спроси, блять, скажут нахуй. Кто самый добрый, ломоть тебе, блять, скажут. Понял, блять? Кто, блядь, нахуй на позитиве, на, блядь, ебал негатив, блядь, вот эту всю хуйню, блядь, ломоть, блядь. Понял, нахуй? Всё, блядь, чтобы я тебя не видел, не слышал, блядь. Ланыч, привет, планируем взять звуковую. Ага, посоветую, бывало, презетую. Ничего не делал, все заебись. Так, ладно, я буду игнорить просто, кто написал сейчас. Нахуй я чекаю. Привет, Ланыч, Сони коврик по пятибалльной. Хуета. Паджера с Момом и Башером нет, равно говно. Привет, Женя, будешь ли смотреть обнову Deep Rock Galactic 28 апреля или все по настроению? А сегодня что? 11 апреля. Поглядим. Ламар, зацени трекич. Так, зацениваем трекич. Обалдеть, блять. Спасибо, что ты есть. Теперь твое дуо с Реком вдвойне интереснее. Правда, жаль, что папка параша. Ауф, ебать. Бля, вот реально, вот папка хотя бы не вылетал. Было бы ок.
Почему стримеры перестали стримить Battlefield 2042? Потому что делать нехуй, и игра, блядь, сломанная, нахуй. Добрый день, забанили за рофл на стриме, точнее, даже вопрос. Разбань, плиз, впредь буду аккуратнее спрашивать. Вовчанский, вот что ты переживал? Ну, блядь, вот дошли же до тебя, ты написал 9 апреля. Не вопрос, рассмотрю твою заявку разбана. Забанили тебя 9 числа, 4-го, ага. Выгнали из дома. Ну, выгнали и выгнали, что теперь, блядь? Что бубнить? Сократил до суток. Здравствуй, история о том, что папка реально удобная игра. Чё, блять? Как раз мне вначале как-то хотелось дико посрать. А я был на островах на Мирамаре, быстро залутал, плыл в зону, она была почти у берега. Сел в угол в доме, пошел срать. Спустя 12 минут прихожу, удивляюсь, что у меня еще есть больше половины хп. Но в итоге без хил ТТ дал последнему челу, въебал СДБС. Заебись игра, можно пойти посрать, топ взять. А еще вот гачи ремиксы, которые делал я сам. Так. Блять, ладно, сука, гачи ремикс, но, блять, на русский рэп, кренге, блять. Лан, рад за тебя. Так, анекдот. Дошли как-то заяц и медведь мед и спорят, кому он достанется. Он говорит, давай заберет его тот, кто из нас сильнее, друг друга ударит. Медведь согласился, бьет заяц медведя. Медведь говорит, ух, бля, пиздец, больно, нихуя у тебя удар. Бьет медведь зайца, а заяц сдох нахуй. Вау, 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 нихуя, нихуя сюжет. Я не ожидал такого, слушай. Предлагаю Netflix снять 10 сезонов по 50 серий. Вокруг этого анекдота, блять. Бля, вот мне так нравится, когда на меня перебрасывают какие-то проблемы. Очень нравится вообще. А, помоги, дай денег, кушать нет. Блять, а чем ж ты, блять, занимался там нахуй всю жизнь, блять? Или чем ты, блять, планировал заниматься? Чтобы как-то что-то ебать. Пользуешь ли телегой? Конечно. Не думаю, что там канал с анонсами всякой хуйню сделать. Думаю, но мне так лень, пиздец. Вообще, у меня есть Даня, можно просто Дане это доверить. Там все наши буршит, все сделает. И все, блядь. Подгони пачку Принглс, заебал. Где тебе, блядь, ее найду, высру, блядь. Вот ты, блядь, взял, нахуй. Да, мне недавно в личку написал чел. Тоже, блядь, братан, говорит, нахуй, с ипотекой не справляюсь. Там еще жена пилит, блядь, кредит, хуит, гастрит, в жопе свербит. Кушать нечего, блядь, скинь денег и сразу же кидает, блядь, мабас, картонку, кивас. Там, короче, всю хуйню, блядь, подготовленный чисто. Ланч, привет, рубрики оценка пекарни, сбор компьютеров в работяг больше не будет? Может и будет, откуда ты знаешь. Привет, Ланч, не хочешь пройти хоррор Silent Hill 2? Очень хочу. Игра 2001 года? Вау! Но по графике она и сейчас смотрится бодро. Конечно, ага. И сюжет хороший? Да, конечно, блять. Это же японская дресня, вот эта дефолтная. Конечно, блять. Сюжет супер интересный, блять. У японских игр он всегда, блять, гиперинтересный. Я ничего не имею против японцев, но, блять, японские игры, это, блядь, дай бог здоровья, конечно. Ладно, буду писать с другой страницы. Вообще хотел спросить, как ты изучал язык английский, который? Брал и учил все. Чек лички, оцени уж. Блядь, отъебитесь нахуй. Какой шутер, не королевскую биту, сейчас можно поиграть. Бэфчик какой-нибудь, да? Бэф-4 какой-нибудь. Здравствуйте, уважаемый Ламар Евгеньевич. Сегодня приснилось, как вас уебали в пабге, выпрыгнуть за стены, тем самым пизда как напугали. От онных событий вы испугались, заорали, чем запустили жаровую волну, уничтожившую Москву. Прошу вас, не делайте так больше, пожалуйста. Ладно, не буду. Интересовали наушники, пострелял цену, больше не интересует. Такая их нет в продаже вроде. Чтоб там смотреть собрался. АГ-1Х. Там смотреть собрался, и нет вроде. О, появились продажи, no way! 21 тысяча, так они столько и стоят, если чё. Это нормальная цена абсолютно. Тут микрофон предстудийного качества, охуительный звук, пиздец глубокие басы, неебическое позиционирование и особая душка, вот такая вот, видишь, она типа, блядь, тут нихуя нет. И от этого, ну как бы, тебе на голову ничего не давит, и ты пиздец как долго можешь сидеть. Два минуса.
у этих наушников. Вот этот провод невозможно, блять, вот чтобы он вот прямо на, вот на столе, блять, вот нормально прямо лежал. Невозможно. И регулятор громкости, вот ты его чуть-чуть тронешь, нихуя не слышно. Обратно сделаешь, пиздец орёт. Поэтому лучше сделать на максималку регулятор громкости и регулировать в винде все. На какие новые уши хотел бы обновиться? Да не на какие, на, блядь, на такие же, нахуй. Лол. Ну, я пока ничего лучше не находил этих ушей. Чё, за хороший девайс 20 косых, это, блядь, не так уж дорого. Если чё, недорого. Просто сейчас очень много продают всякую дресню за дорого. И, ну, это типа реально дресня. И очень сложно понять, а что дресня, а что не дресня. При этом есть какая-то вещь дорогая, которая тебе вообще не нужна, но ты всегда хотел ее. Это интересно стало, добра, здоровья. Какая-то вещь дорогая, которая тебе вообще не нужна, но ты всегда хотел ее. Противоречие. Значит, нужна, но ты всегда хотел. Ну что значит не нужна, но ты всегда хотел. Это как? Я не покупаю вещи, которые мне не нужны. Я не покупаю вещи, чтобы понтоваться. В этом нет смысла. Я всем, кому надо, я уже доказал, что я охуенный чел. Всем, кому надо, я уже доказал, что, блядь, могу дохуя чё. И всем, кому надо, блядь, я вверяю свое, блядь, доверие, свою нахуй мощь, блядь, и свое, ебать, отношение благоразумия, понимаешь? Мне нахуй это ничего не надо. Мне не нужно ни перед какими-то там, блядь, нунеймами выходить в Gucci тапках, чтобы, блядь, показать, какой я крутой, нахуй. Я выхожу, блядь, сука, всегда в одних и тех же трениках, вот в такой футболке, блядь, на улицу, нахуй. Но я выхожу из Майбаха, блядь. Какая, блядь, разница вообще? Чел, блядь. Нахуя? Шо, блядь? Шо, блядь, мне вообще, ебать, до пизды абсолютно, нахуй, на все, блядь. Кого Майбах брал? Вы чё, чат, блядь, сейчас, блядь, куплю Майбах. Вы что, ёбнутые вообще? Это ж просто комфортное такси, не более. Бля, ну дай Принглс. Да какой, блядь, чел? Какой, блядь, Принглс? Где ты его видишь? Где? Ради Христа, умоляю, покажи, где ты здесь видишь Принглс? Чё за хуйня, блядь? Ты что, еблан? Какой, блядь, Принглс, блядь? Не, чуваки, если вы думаете, что в таких машинах, как МХ, ездят попонтоваться, нет, в них ездят, чтобы поспать, если чё. В них охуенно комфортно просто, и всё. И все дела. Я вон заказал как-то, да, маме тоже МХ покататься от аэропорта до дома. Так она села и уснула просто. Ну, типа... Ну, потому что ты садишься, и ты как, блядь, тебя как будто, вот представьте, что тебя кровать укутывает, и все. Ну, типа, это настолько суперкомфортно. А таких машин много, тут дело не только в каком-то бренде, да, в принципе, сейчас все тачки стараются сделать, знаете, такими прям суперкомфортными, нахуй, чтобы можно было, блядь, зачилить в поездке, так сказать, если ты не водитель, конечно. Водитель пока не может зачилить, да, то есть водитель сможет зачилить, когда придумают какой-нибудь там, блядь, супер жесткий автопилот, нахуй, там, сейчас Илон Маск додумает какую-нибудь хуйню там. Еще раз что-нибудь про Принглс напишешь, я тебя анмодну, нахуй. Ты меня заебал, что за Принглс, блядь? Ну и опять же, да, вот, то есть постоянно заказывать крутое такси, тоже это хуйня, это трата денег. Это просто вот если, например, ты куда-то далеко едешь, или у тебя, например, респектабельная встреча, и тут важно, чтобы люди увидели, что ты выходишь, блядь, из сука, не из дрышла, а комфорт, блядь, плюс, а из, сука, из нормальной, блядь, машины. И тут как бы разговор другой начинается, понимаете? Совершенно другой, цифры другие начинают обсуждаться, блядь. Уже пройденный этап, нахуй. А что касается обычных поездок, конечно, блядь, нет смысла заказывать, блядь, постоянно лакшери такси, потому что в этом, в принципе, нет необходимости как таковой. В каких цифрах можете речь, если выйти из вишневой девятки? О-о-о-о! Ну там вообще трипл икс, там сразу же о семизначных цифрах, блядь, в иностранной валюте будет идти речь, я думаю. Там, блядь, сразу же, нахуй, пойдет общение, я думаю, нахуй. Нихуйная. Ламар Евгеньевич, добрейшее время суток. Посмотрите, пожалуйста, актуальный гайд по Пое на главной на ютубе с вашей хайлайты. Ого, насколько он будет актуальный в новой лиге, еще почилить вихрем в новой для себя игре. Так понятно, лучше подождать новую лигу, которая вроде как уже через месяц. Ку, да не, можешь и сейчас попробовать поиграть. Мой билд чисто хуй сосать, крутясь. Но в целом может и понравиться. Гайд актуален только по базовым вещам. Контент
уже давно сильно поменялся. Так, вещь, без которой ты можешь обойтись, но ты бы ее хотел. Так, чат, хорошо, давайте представим такую ситуацию, да, вот девушки есть в чате? Нет, реальные девушки, никто себя считает девушкой, а реальные девушки есть в чате? Ну, я себя тоже девушкой считаю, но от этого у меня пизда резко не появится. Ковыряли. Так чё, девчонки есть, нет? К вам вот вопрос есть, лично к вам. Ну вот смотрите, представьте, да, девчонки, вот вы бы стали ревновать своего мужа /парня, да, к секс-андроиду. Давайте такой вопрос задам. Понятно. Ну тогда никакую вещь не надо, блять. Да, то есть ничего тогда не надо. Здорово, ломоть. Недавно спор возник со знакомым. А предел как Оля, я топлю за полное его отсутствие. А знакомый оправдывает свою противоположную точку зрения тем, что алкоголь в умеренных количествах не вредит организму. Ага, блять, очищает. К тому же, если говорить о людях, запивающих горе алкоголем, далеко не факт, что вред, полученный от бутылки алкашки, которая заставит его расслабиться и не думать о плохом, будет хоть сколько-то приближен к вреду от того, если он будет по горе убиваться, думать об этом, накручивать себе и страдать, можно слышать свое мнение на этот счет. Алкашка хуета в любом виде. Есть негатив, направь эту негативную энергию в нужное русло. Например, разъеби фул мусор у себя в хате. Бля, все, пизду. Я сейчас найду банку Принглс и буду сидеть хавать. Сука. Не нашел, блядь. Но нашел коку зато. Чё-то нихуя не Принглс. Блядь, согласен. А у тебя кока есть? У меня вот есть. Кока 0.5. 2L. Что означает? На двух ламочей рассчитано. Да чё ты пиздёшь? Как лучше делать билд лазерей, через ту ручку или она одна ручка с щитом? Так, заходим. Нажимаем play, ниндзя, пишем лазерати. 0% лазерком играет. Лазерейт full lightning damage, блять. Это что это такое? Ебать, что? Это что за бобус, блять? Обалдеть. Вот это, блять, билдак, конечно, жесткий. Пусть разбирается. Какой же ты злой и ничтожный. Как начнешь материться, как начнет дерьмо из твоего рта течь, так уши вянут. Просто ты черт самый натуральный. Слуга дьявола. Либо ты просто дерьмо как человек. Слуга дьявола, блять. Не порти стрим рекрента, я прошу. Хотя он тоже далек от идеала. Ладно. Извини. Вы думаете, я выдумал, блядь, это? Бля, хорошая паста. Паста хорошая.